Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу про Base Layer 2 блокчейн биржи Coinbase. Команда Coinbase отрицает наличие планов по выпуску токена. Об этом прямо говорится в профиле твиттера проекта. Важно помнить, что такие же заявления в свое время делали Optimism и Arbitrum. Даже если это и окажется правдой, то в этом нет ничего критичного. Взаимодействуя с Base, вы параллельно можете затрагивать проекты, у которых нет токена, например, тот же L0, Zora, Arbitrum, MintFun, в части которых токен рано или поздно появится. Какие у нас затраты? Это $20-30 на N количество аккаунтов. Затраты времени на участие 20 минут на N аккаунтов. Ожидаемые награды — это RetroDrop Base. Также не забывайте чекать периодически дюну, чекать кто как активничает в Base и просто быть лучше других. Теперь же инструкция. Кстати, я это все читаю в Krypton Prime. Вы сможете купить доступ к Krypton Prime по ссылке в описании и получить множество гайдов на криптовалютные проекты, крутой чат и многое другое. Также у меня есть отдельный ролик про Krypton Prime. А мы идем дальше. Переводим эфириум через официальный мост из основной сети эфириум. Кстати, ждем нишки цены газа. И лучше использовать мост несколько раз в перерыве. Это важнее суммы, которую вы переводите через мост. Также можно воспользоваться обратным выводом в L1. Также можно совершать депозит с помощью неофициальных мостов, например, Arbiter, LayerSwap, Stargate. Также перед тем, как вы будете совершать транзакции в сети Base, важно отметить, вы можете поиграться с лимитами газа и снизить комиссии несколько раз, изменив лимит газа, как в сети Zora. Примерно так. Просто вы должны быть лучше других по дюне, не связывать кошельки. И я считаю, риск-ревард хороший в проекте, поэтому делаем. А что вы думаете о Base, можете написать в комментариях. Я пошел дальше работать. Всем удачи, спасибо за просмотр.